Мне надо передохнуть. Как раз успели к ужину. Что-то не хочется. Я только что песка хлебнула. Придется тут ночевать. Электричество бы пригодилось. Ви, поищи выключатель. Я пока тут посмотрю. Сколько тут всего? Инглсы, похоже, торопились уехать. Видать, хорошее предложение от биотехники. Ага, просто шикарное. Продать землю или... Это твои догадки. Бульдозеры и экскаваторы так и не приехали. Толку-то от этого предложения? Все сделки с корпусом. Ого, работает. У нас есть свет. Черт, холодает, однако. Я пыталась включить обогреватель, но не вышло. Может, посмотришь? Вдруг у тебя выйдет. Хотя, знаешь что? Проверь лучше снаружи. Пробки выбило, наверное. Вруби там все, если понадобится, а я разожгу эту хрень. Ты это видишь? Срок годности истек еще до прошлой войны, но, надеюсь, оно хотя бы не ядовитое. Нам сегодня прям везет. Везет? Я бы сказал по-другому. Нас ждет проповедь. Проповеди не будет. Но поговорить нам надо. Насчет духов. Этого нельзя было допустить. Они хотели знать все. Наши маршруты, координаты лагерей, перевалочные пункты. Хорошо, что они не знают нашу ситуацию. Один-два набега, и семьи не станет. А если бы вы не решили внезапно нагрянуть к ним в гости, не стало бы меня. Видишь, Сол сжимает зубы и морщит брови. Он так говорит спасибо. Мы иногда ссорились. Немного, как любая семья. Забудем об этом. Что ж, согласна. Если захочешь вернуться, тебя встретят с распростертыми объятиями. Но что-то нужно будет изменить. Нельзя все время лезть на передовую. Ну, начинается. Знаешь, что начинается? Большие проблемы. А может, и большая война. Со стилетами нам не справиться в одиночку. И надо продать нас биотехнике. Ви, скажи ему, что это херовая идея. Если хотите начать мордобой, давайте без меня. Знаешь что, милый, у нас еще будет время, чтобы вцепиться друг другу в горло. Да уж, надеюсь. Ну вот, а сейчас я бы с удовольствием стримнул. Нужна помощь? Заткнись. А вы знаете, как называют такие бури в Северной Африке? Хабуб. Классное слово, правда же? Вау, что это было? За хабубы. Да! За хабубы. Вау, высокооктановая хрень. Забавно. Что именно? Я редко сплю под крышей, но уже второй раз рядом со мной оказываешься ты.
Когда едешь день, потом ночь, и снова день, жопа прирастает к креслу, и забываешь, что такое ночлег. И как? Под крышей лучше? Нет, просто по-другому. Можно даже представить, что мы в обычном маленьком мотеле. Очаг есть, бухло есть. Не хватает только зануды на ресепшн. Может, вы чего-нибудь желаете? Меня все устраивает. Мэм, без сапог вам было бы гораздо удобнее. О, я их весь день не снимала. Надеюсь, у тебя насморк. Да ладно. После такого тяжелого дня предлагаю расслабиться и забыть про условности. И что ты имеешь в виду? Есть пара идей. Сама понимаешь, каких. Ви. Слушай, мне и так хорошо. Не будем портить вечер, окей? Прости, пожалуйста. Не знаю, что меня дернуло. Ой, да все нормально. Не переживай ты так. Ладно. Значит, останемся друзьями. Ви, я рада, что ты приехал. Спасибо. Это много для меня значит. Ты слышишь? Нет. Вот. Угу. Ветер перестал выть. С Хабубом не знаю, если честно. Но вот когда по равнинам начинает гулять чинук, я по ночам вообще не могу уснуть. Просто лежу. От лица персонала мотеля «Свободная Калифорния» желаю вам влить приятных сновидений. Нормально спалось? Молодец, Ви. Налет по всем правилам. Как там Сол, в порядке? Трещина в черепе, 6 сломанных ребер, отбитые почки. Но уже командует всеми направо и налево. А ты? Даже не спрашивай. В следующий раз поедем в мотель. Если следующий раз будет. А я спала, как ребенок. У тебя на плече очень уютно. Даже жалко, что мне уже сейчас надо валить. Погоди. Я думал, ты возвращаешься к Альдекальдо. Остаешься в клане. Все так и есть. Пойдем. Сол часто несет чушь и любит перестраховываться. Но в одном он прав. Духи и этот набег — это только начало. Нам надо подготовиться. Сол возьмет на себя лагерь, ну а я… Ну а ты? А я займусь разведкой. Стилетам было интересно, какие у нас маршруты. Теперь мы хотим знать, какие у них. А, чуть не забыла. Твое вознаграждение. Береги ее, она мне хорошо послужила. Она в хороших руках. Я знаю. Ну что, ладно, спасибо тебе еще раз. Давай, удачи. И тебе по нам.
И помни, я у тебя в долгу. Ну все, посмотрели на жопу мира. Пора и обратно к цивилизации.
У меня для тебя есть роскошный заказ. Как говорят на улицах, если Вака дает роскошный заказ, то это говно в обертке от конфеты. Это деликатная история. Деликатная? Ну все, теперь точно соглашусь. Работа как работа. Просто клиент, ну, требовательный. Все клиенты имеют право требовать. Твой чем-то отличается от других? Он хочет, чтобы все прошло строго по его плану, но и платит за это неплохо. Ри, такой заказ я могу доверить только тебе. Всякие малоопытные обязательно облажаются. Спасибо за доверие. Теперь я уверен, что это говно в обертке от конфеты. А есть подробности? Может, помнишь Каролайн Яблонски? Ее убили несколько лет назад. Только ленивый не писал об этом. Убийцу закрыли, но недавно у него появился шанс выйти на свободу. Семья Яблонски хочет, чтобы справедливость восторжествовала. Так что ты его прикончишь. То есть это заказ на убийство? Я что, позвонила Далай-Ламе? Простите, ошиблась номером. Ты в этом говне не первый день живешь, Ви. Знаешь, как тут дела делают. А парень-то правда виновен? Точно заслуживает смерти? Я работаю фиксером, а не прокурором. А что такого он сделал? Протоколистом тоже не работаю. Берешь заказ или нет? Хорошо, возьму. Отлично. Клиент будет ждать тебя на машине на углу 6 и Брэндон-стрит. На машине? Поедете с ним вместе. Он хочет своими глазами увидеть, как ты завалишь этого типа. Удачи тебе. Thank you.
местечко. Ага. Ни хрена ж. Все в порядке? Лилит спрятала десятый круг от глаз наших прародителей. Это что за херня? Ви, тут что-то не так. Надо бы осмотреться. Вон там. Ха. Что за говно? Убить его! Mm-hmm.
Хера себе.
Speaking of you, if we ain't breaking no bread, I got demons.
потому, что его перекупили у Мелитеха. Они вообще не люди! Они все вампиры! Их тела никогда не стареют. Глаза у них мертвые и холодные. Корпорация Жирма, благодаря которой они могут бежать. Смертные кадавры! О, интересно. Ну ты подумай. Так, так, так. Thank you.
You are standing in a place of remembrance. Please act respectfully. ここは追悼のための場所です。節度ある行動をお願いいたします。 この地で12000人以上の命が奪われました。犠牲者のご冥福をお祈りします。
Так.
side of radio. Thank you.
Ну что, закругляемся? Да, все сняли и отправили. Монтажеры уже работают. Пусть маркетинг добавит ссылку на бабулю в галерее. Она кучу денег отвалила. Пусть получит 5 секунд славы. Да, я им уже сказал. Еще добавят ссылку на Деламейна. Там один во время съемки проехал. Ага, круто. Хоть с этим разобрались. Как тебе интервью-то? Нормально? Ты правда переживаешь? Ладно, шучу.
Remember to take...
certified neural enhancing supplements. Some parts of the brain are irreplaceable.